очень много, я один, и наших конкурсаток тоже очень мало, так что если вас много, значит, что должно быть побольше? Криков, стуков, хлопков в ладоши и своей радости. Ну что ж, вы самые счастливые люди, знаете почему? Потому что вы попали на нашу конкурсную программу «Мисс Ганцевич». Плохо знаете, но еще не знаете, куда пришли, но сейчас увидите. Перед началом конкурсантки волнуются, хотелось бы зачитать таких пару строк. Прекрасней девушек нет ничего на свете. Мы опускаем головы, застыв в немом привете. И каждая из них красавица. Как выбрать ту, которая понравится? Так что жюри, зрители, выбираем. И я с нетерпением хочу представить наших конкурсантов. Буду представлять их по очереди, по жребию, как выпал. Так что запоминайте. Итак, под номером один Елена Волосюк. Громче, аплодисменты, вас только много. Пожалуйста, конкурсантки, давайте еще. Они просто не хотят выходить. Жидкие аплодисменты. Четвертый номер Александра Бурдыла. Под номером 5 Алина Кондратович. Под номером 6 Екатерина Тихая. Под номером 7 Ольга Максимчик. Ну, громче, громче. Последний, восьмой номер Кристина Стрельченя. Нашим конкурсантам еще раз одновременно. Ну что ж, под эти бурные аплодисменты и овации наши конкурсантки готовятся идти к визитке к первому конкурсу. А я хочу вам представить наше уважаемое жюри. Можно вам аплодисменты еще раз? Они же ждут. Понимаете, это и маленькая таблеточка. Наше жюри необычное и очень строгое. Про них тоже у меня есть заготовлено пару строчек. Везде хорошие есть люди, их много что не говори. На этот раз судить вас будет сверхобъективное жюри. Итак, я представляю жюри. Карпович Людмила Станиславовна, управляющая Агропромбанк. Теперь внимание, председатель жюри. Как вы думаете, кто? Чувакова Галина Тарасовна, дежурный. Лыш Андрей Владимирович, начальник отдела по делам молодежи. Дырка Елена Федоровна, специалист районного отдела образования. Гордей Валерий Леонидович, инспектор отдела МЧС. Мужчина в погонах, ему можно еще больше. Также наш любимый, уважаемый Супрун Виктор Михайлович. И еще очень новое лицо в нашем жюри. Это Матузко Андрей Владимирович, капитан программ «Войск». А также, независимо от всех, от нашего жюри, у нас присутствует представитель Белорусского республиканского союза молодежи. Как вы думаете, кто? Первый секретарь. Правильно, давайте, кто? Музыка заглушает. Наталья Владимировна Таранович, первый секретарь районного комитета общественной организации Белорусского республиканского союза молодежи. Еще раз давайте жюри аплодисменты. Галя, вы жалеете, надо тренироваться. И наши конкурсантки уже готовы, а я объявляю первый конкурс «Визитная карточка».
Девушка, добрый вечер. Будьте добры, предъявите ваш светоотражающий элемент. Вы знаете, я его дома забыла. Присядьте, пожалуйста. Будем составлять протокол. Фамилия, имя, отчество? Волосюки, няма, тимофея. Возраст? 17 лет. Место учебы? Средняя школа номер. Класс? 11-го. Очень хорошо. Иван Кутс Иван Вячеславович. Девушка, а чем вы занимаетесь в свободное время, сиськи? Свободное от учебы время? Я люблю слушать музыку, гулять по городу с друзьями и готовлюсь к вступительным экзаменам. Девушка, а давайте я оставлю свой номер телефона и когда после работы перезвонить, хорошо? Ой, вы знаете, вот клиент нашелся. Может, не надо? Да ладно. Я его так не собирался регистрировать. Вы знаете, я опаздываю. Сегодня в Доме культуры проводится конкурс «Мисс Гансевича». А вы в нем участвуете? Конечно. Ну тогда я не смею больше вас задерживать. Желаю удачи и также себе. Веселая, жизнерадостная, энергичная. Thank you.
а на клин вышибает клином. Всем привет! Толмухова Ирина. Thank you.
мне. Спасибо всем. Спасибо большое. Добрый вечер всем. Я Максим Чепольга, мне 18 лет. Я очень люблю петь, занимаюсь этим детством. Сейчас вы в этом убедитесь. Нет.
такими зарплатами и доходами. Лучше всего здравствуйте, друзья. Да, конечно же, друзья. Меня зовут Кристина. Мама называет меня Кристиночка. Друзья и подруги Кристи, а любимые Кристинка. Для участниц я соперница, для жюри я конкурсантка под номером 8. А для вас я девушка, которая осмелилась выйти на эту сцену, считает себя красивой и смелой для участия в конкурсе «Мисс Ганцевичи». Я всесторонний человек. Занимаюсь спортом, увлекаюсь туризмом, пою и танцую. У меня цель в жизни, я ее стараюсь добиться, но только с моими, конечно, способностями, насколько я смогу это сделать. Красота – великая сила, иногда ослепляет она. В жизни бывает непросто. В жизни бывает непросто. Добрый сумеет помочь. Спасибо. Наших моделей. Ну, спасибо большое. Жарко. Жарко, очень жарко. Это только начало. Я уже не говорю, что будет дальше. Интересно? Да. Другое дело. Так еще раз. Понимаете, это не мне надо, это им. Чем больше ваших эмоций, тем жестче будет эта борьба за выживание, за нашу победу. Ну что ж, мы отдыхаемся, готовимся к следующему конкурсу, а для вас поет Анна Филипчик, правильно? Я ждала.
говорили. Да, спасибо большое. Я вообще. Перед следующим конкурсом хотелось бы такой маленький пролог с вами такой сделать. Что бы вы решили, допустим, что-то добавить в моем прикиде? Купальник, хорошо. Как я в купальнике буду смотреться, я не представляю, что нужно. Девчонки, что у меня мужики говорят, купальники? Мужики, что за мужики, которые хотят видеть на мне купальник? Это же неинтересно. Я вот девчонок спрашиваю. Ну вот я так стал, там, может, брошь, шляпу. Кого? Писец. Это, наверное, после того, как я все это одену, мне будет, наверное... В смысле, я буду как на зверька выглядеть, да? Ну ладно, не буду вас долго томить. Следующий наш конкурс называется «Молодежный стиль». Так что оцениваем своими аплодисментами. Put your hands up, 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 put your hands up
Все проходили в школе. Так, в зале есть у нас медики? Раз, два. Ой, ну, короче, годится. Человек вообще пришел в очках, да, интересно. У меня не потеет, а потеет, знаете, от чего? От следующего конкурса. Женщины, берегите своих мужчин. Девушки, берегите своих парней. Ой, следующий конкурс. Купальники! Yeah.
Вместе один.
почему я так начал говорить необыкновенно? Знаете почему? Будешь во мне немножко лезгинки, да? Нет, танцевать я не буду, просто хочу сказать, что у нас гость Кавказа Леонид Блинковский. Добрый вечер. У нас сегодня праздник, я так понял. Поэтому праздничный тост кавказский. Кто хочет, пишите. Давно это было. На вершине самой высокой горы жил молодой джигит. И звали его Игр. Это папа назвал его так в честь Олимпийских игр. Когда он женился, у него долго не было детей, целых 9 месяцев. Наконец родился мальчик. Всем хорош был мальчик, только рожи и не вышел. Поэтому его так и назвали Си-рожа. Однажды Игорь сказал: «Сырожа». После чего осушил бочонок кинзмараули и продолжил: «Сегодня тебе исполнилось 99 лет. А это значит, малыш, что период твоего полового созревания закончился. И ты тоже можешь жениться». Сережа вскочил на коня и поскакал к своей 99-летней молодухе. Его девушку звали Кика. Это папа назвал ее так в честь кикабинцы. Когда они встретились, Сережа оптом предложил ей руку, сердце, ну и другое. Наконец Кика проскрипела: «Сережа, женщины бывают или умные, или красивые. Как ты думаешь, кто я?» Сережа внимательно посмотрел на Кику и сказал: «Кика, ты меня извини. Ты очень умная, очень правильно сказала, Кика, потому что я прочитала все книги на этой земле. И я выйду за тебя замуж, если ты сделаешь то же самое. А потом, я тебе задам один вопрос, иди готовься». За свои 99 лет Сережа освоил только одну книгу. «Раскрась сам». Но, несмотря на это, он выполнил пожелание Кики, пришел и спросил: «Ты готова меня испытать, девочка?» Девочка осушила 2 бочонка кинзмараули, нежно икнула и сказала: «Я готова». Вот тебе мой вопрос, а то слухай сюда. Вот эту книгу я прочитала от корки до корки, но так и не смогла понять, где тот, про которого написано на обложке этой книги. А на обложке написано «Ги де Мопассан». Но и «Ги де». Сережа думал всю свою жизнь и еще 99 лет, но так и не смог понять, где этот армянин Мопассан. Так выпьем же за то, дорогие друзья, чтобы на коварный женский вопрос: «Дорогой, ты кого больше любишь, умных или красивых?» Мы уверенно отвечали: «Дорогая, не умных и не красивых, то есть тебя, любимая». Ваше здоровье! Ну что ж, мы продолжаем наш конкурс, не будем отходить далеко от темы. После таких конкурсов можно решить, вам, дорогие зрители, и для себя уже решать даже, может, вы еще не уверены, но на обратной стороне билета можно уже писать номера или имена участниц. Но лучше, конечно же, будет писать это номера. То есть вы запоминаете и пишете номер участницы, один номер, не более. Принимается только билет. Вы написали, да, берете у соседа ручку, потом возле вас проходит девушка во время какого-то музыкального номера и собирает ваши билетики в маленькую шляпу.
Ну что ж, суета, тихо, давайте не будем еще рано. У нас еще несколько конкурсов. И у нас следующий конкурс танцевальный, аэробика.
свой номер. Аплодисменты, кто за него болеет? Ясно, я понял. Че я вышел? Сейчас выйдут на эту сцену, как я уже говорил, когда-то у нас была программа «Свободный микрофон», да? Вроде бы один человек. Отсюда посмотрю их трое. Подумаю, один человек. Посмотрю трое. Думаете, кто это? Лилия, Лариса и Любовь. Ваши дружные аплодисменты. Девочки нести в руках. Все знают пословицу.
Встречают по одежке, а провожают по уму. Конечно же, естественно, ценят ум, но все-таки провожают по одежке, как бы нам ни хотелось. И мы приглашаем вас на спектакль этого сезона. Мода. Авангард.
chicks, you know, and from them dudes who be jealous of a chick with dough, pop another bottle for them, keep my life moving, no time for the drama, watch me blow through them, I know I sound confident, I'm supposed to though, we do it big, how we live, Kelly told you so, come on, I told y'all I was gonna bump like this, y'all didn't think that I could bump like this, said I told y'all I was gonna bump like this, turn around and I make it jump like this, when I told y'all I was gonna придумал, что дальше сказать.
Получается так, конкурс закончился, у вас осталось совсем мало времени, чтобы определить свою любимицу на своих билетах. Сдаюсь. Я не ваш, я сдаюсь. Так вот, о чем это? Мы готовим свои билеты, надеюсь, уже, наверное, ползала уже все отдала, да? Можно класть купюры, и на купюрах можно писать. Ну, это у нас уже как бы традиция. И победитель что-нибудь себе купит за эти денежки. Пойдет себе в магазин, что-нибудь красивое и хорошее. Ну что ж, маленькая музыкальная пауза. У нас остался последний конкурс, который называется «Вечерний наряд». Так что самое интересное вас ожидает впереди. Урор! Они... Купальник! Ну, может быть, ну, может быть. Ну что ж, для вас опять поет Сергей Михалкович. Все не то, все не так, ты мой друг.
Трасса петляет, как жизнь, верстовые столбы, до мелькания полос. В тесной кабине ты мог, махорочки, дизель ругается в тихомолочку, и по долинам да по пригорочкам катит контейнер воз. Тормоза не откажут на спуске, на до деревень. Чай, пирожки да любовь за 4 рубля покупай, что не лень. Встречный водила мигнет мне фарами, знать впереди ДПС с радарами, и на прощание там солярою скинет полночную тень. Тормоза не откажут по спуске, на подъем не заглохнет мотор, и молчит по ухабам по-русски дальнобойщик, поди на шофер. Дома осталась семья и жена без меня, все никак не заснет. Ходит на кухню курить и твердит про себя, что разлука пройдет. Дочка забит медвежонком плюшевым, нынче она без меня послушная, знает, что я привезу игрушки ей, значит, в пути повезет. Тормоза не откажут на спуске, на подъем не заглохнет. Ну что, я смотрю, волнение. Вы волнуетесь, если честно? Как вы считаете, на ваш взгляд, конкурс удачный? Хорошо все? А почему я не слышу? Ну, давайте еще раз. Давайте 3-4. Замечательно, кто-то кричит Алина, я говорю, давайте кричать класс, Алина. Первый класс, Алина. Алина лучшая. Алина лучшая, я передам обязательно, напишите смс-ки на номер. Еще минуточку, маленькая тишка. И я посмотрю, проверю каждую, готова ли каждая. Тут готовы. Тут готовы. Последние штрихи прямо за кулисами. Последний конкурс. Давайте сейчас сделаем так. Коль конкурс будет последний, вы кричите «Ура!» и хлопайте в ладоши, а я буду кричать, какой последний конкурс. Давайте. 3-4.
очень приятно. Вот я стоял за кулисами, вот девчонки тут уже в ряд выстроились. Я смотрел в эти глаза, и они еле сдерживали свои эмоции. Слезы стоят там. За ресницами где-то все слезы. Это был последний конкурс. Вечерние наряды. С удовольствием объявлю всех участниц, которые сейчас выйдут на эту сцену. Под первым номером у нас выступала Елена Волосюк. Ей аплодисменты. Громче! Второй номер. Мария Башкевич. Под номером 3. Ирина Калмыкова. Под номером 4. Александра Бурдуева. Еще какой-то у меня билет. У нас просто сидит один участник, который зритель. Номер 4, да. Я прошу передать. Добавить один голос еще. Пользуюсь. Ну что, жюри, как впечатление? Теперь жюри секретно сворачивает свои бумажки, встает и отправляется в секретную комнату. Напоминаю, что секретная комната – это кабинет директора Дома культуры Ирины Аркадьевны. Она вас стоит уже давно, ждет. Маша! Я сейчас на вас терзаю все. Давайте, организованно. Дверь закрылась, все. Кричать больше некому, разве что мне. Сергей, я думаю, я тоже какую-нибудь номинацию схлопочу. Хватит уже просто стоять на сцене и говорить. Лучшая! Спасибо, я лучшая! Спасибо тебе большое. На первом ряду сидеть, не знаю, как звать, но я лучшая, спасибо. Спасибо за теплые аплодисменты мне, спасибо за теплые слова мне, спасибо за ваши крики, которые вы кричите. Сергей, давай, ты победишь! Спасибо за все эти слова, конечно. Но наша программа не заканчивается, даже если закончился последний конкурс. Мы подготовили вам маленький концерт, чтобы вам отдохнуть, расслабиться и дождаться результата.
И первым, кого хочу позвать на эту сцену, замечательную солистку. Голос у нее как у Огурбаш, но всегда она остается сама собой. Юлия Линднер! Ты и мир, и дух, и вернуть тебя бывший.
девочки, поснимайте, пожалуйста, вот за кулисы, так. А постарше смелее нету? Ты вообще козырь. Смобила. Так, ребята, давайте для начала познакомимся. Во-первых, бурные аплодисменты. И вообще, у нас у народе кажуть, коли нема почуття гумору, лечи калека. Эти хлопцы нормальные. Давайте, ребята, познакомимся. Представьтесь, пожалуйста, кто вы? Работаете, учитесь, может, кооператив, рэкет там. Я учусь в гимназии города Ганцича, как, скорее всего, весь зал знает это. Меня зовут Руслан, ну, для друзей Фил, все знают. Шан номер один Румин! Я Петрович! Виталя для друзей. Вета США номер три! Ну, я Витя для друзей. Витёк за бэс! Учусь в средней школе номер два. Андра, США номер три. Спасибо. Итак, все, что вы видели, все эти конкурсы, все это... Все это, что вы сейчас увидите по сравнению с этим, все это мелочь пузатая. Ребята, у меня к вам просьба. Кто не одевал под низ спортивные портки, закатайте брюки до колен. Повыше, повыше, да. Класс. Хоть бы кто из девочек сказал «ах». Класс, да. Ребята, теперь слушайте меня внимательно. Я вам раздам номера, то есть первый номер, второй, третий, четвертый и пятый. Вы сейчас пойдете на исходную, будет звучать легкая музыка. И вы будете демонстрировать красоту своих ног. Ваша фантазия, ваше воображение, понимаете? Комментировать. Хорошо, ребята? Вы поняли, да? Итак, пожалуйста, туда на исходную. Так, Александр. Только фон, пожалуйста, чуть-чуть пониже. Нет, ребята, все стали так. Стойте, да, как стояли, по номерам. Итак, конкурс «Мистер Тазик. Мужские ноги». На подиум приглашается номер один. Прошу. Обратите внимание на эту легкую походку. Обратите внимание на эти колготки с начесом. И еще одна маленькая мелочь. У него во рту находится жвачка «Дружба». Пожевал сам, дай товарищ. Прошу на исходную. Спасибо, аплодисменты. Участник говорит: береги природу, мать твою. Все это дело брить надо, но конкурс шел. Спасибо на исходную. Номер три. Полет, грация, юность. Вау. Спасибо. Эту ногу он брил токарным станком. Номер четыре. Обратите внимание на эти носки с полоской, плавно переходящие в туфли. Ваши бурные аплодисменты. Итак, номер пять. У молодого человека.
движение. И сразу на ум пришли такие слова. Выйду в поле с конем, хорошо, что фликер на нем. Спасибо, спасибо, Александр. Дорогие друзья, я думаю, что здесь победителей быть не может. Поэтому ваши бурные аплодисменты этим прекрасным молодым людям. Спасибо, ребята, спасибо так держать. Вы можете прямо так в зал идти. Хай мог кто учепится, идите. Спасибо. А? Добрый вечер, Ганцевичи! Небеса.
искать и вернуться назад, чтобы счастье свое найти и не отпускать. Только наша мечта сейчас далеко. Еще больше.
дорогие наши девочки, участницы этого замечательного конкурса. Я знаю, как непросто сейчас стоять вот здесь этим девочкам и ожидать, так сказать, решения их судьбы, судьбы этого конкурса. Поверьте, дорогие девочки, что все было справедливо. Конкурс есть конкурс, не все могут быть первыми. Вы можете лучше всех, каждая из вас, по-своему, но баллы есть баллы. Решение жюри. Я думаю, что мы ничего не подгоняли, не подделывали. Так что справедливое решение будет. И, мои дорогие девочки, я желаю вам, чтобы в следующем конкурсе, когда вы будете участвовать, вы меньше волновались. Потому что волнение это очень заметно было. Вот девочки, кажется, вот-вот уже как-то сбилась, вот перестала улыбаться, перестала как-то себя свободно держать. И это все отражается. Поверьте, что не надо волноваться. Вы лучше всех. Вы каждый должна быть идти на этот конкурс и говорить, я лучше всех. Я должна победить. Ну, а если моя соперница будет лучше, ну ничего, я в следующий раз выиграю. Так что, девочки, всем вам я желаю удачи, любви, успехов. Ну и сейчас я прочитаю решение нашего жюри. Все замерли. Наш
нашего общественного объединения. Мне хочется отметить, что все участницы являются представителями этого объединения молодежного. И дипломом нашего районного объединения Белорусского республиканского союза молодежи награждается Гудына Александра. Еще не все. Сколько у нас флаг? Минуточку, у нас есть еще один, еще одна номинация. Немножко терпения. Одна маленькая номинация. Накануне этого конкурса на сайте Ганцевичи. Друзья, электрофан. Точка, да, там? Короче, говорю так. На сайте голосовали за всех. И сейчас мы узнаем, за кого больше. Я скажу просто о условии этого конкурса. Мы объявили голосование за неделю до начала конкурса. По условию голосования, та участница, которая набрала большее количество баллов, получит приз от всех администраторов нашего сайта. Я скажу так, что голосование проводилось под наблюдением независимого от нас Сергея Багрова. То есть те, кто знает его, я думаю, будут уверены на 100%, что голосование было честно. Да, да, вот у нас он сидит на третьем ряду и снимает. Ну, значит так, я скажу по памяти. С результатом 47% на сайте выиграла Калмыкова Ирина. Наше шоу заканчивается, наш конкурс закончился. Мы еще раз провожаем аплодисментами и отдаем свои голоса еще раз нашим конкурсантам. Благодарим наше справедливое жюри. И у нас еще поклонники и родственники дарят цветы. Из Америки. Я являюсь дядей Маши. Вот, и не знаю, я так болел, что наша Маша! Вот такой вот пламенный привет из Америки!